квіти – неповторне творіння природи. Їх дарують людям, а вони дарують посмішки. А деякі люди примудряються зі звичайних кольорів зробити ще й справжні витвори мистецтва. Як воно – самому кожен день створювати квіткове свято для покупців і перебувати в квітковому раю? Тетяна знає про це багато, як ніхто інший, адже вона флорист. Флористом я стала 17 років назад, тоді, коли я вийшла заміж. Мой супруг уже работал флористом, он уже был в этом бизнесе. Я, так как вышла замуж, назначила семейный бизнес. И бросив свою медицину, в которой я проработала энное количество времени, я перешла тоже, конечно, флористом. Это было сначала просто был рынок. Как и многие наши николаевские флористы, мы начинали многие с чего? С рынков, магазинов так таковых не было. Были магазины, но это были буквально там один-два магазина, все, и они были не настолько популярны. Флористи кажуть, для того, щоб професійно опанувати спеціальність, потрібно працювати 12 років. Спочатку 3 роки складаєш букети з живих квітів, наступні 3 працюєш сухоцвітом, а потім удосконалюєшся в оформленні ландшафту та інтер'єру. Начала їздити, обучатися. Как правило, это где-то Киев. К сожалению, у нас в Николаеве что-то глубокое, интересное по флористике профессионального этого нет. В основном дает это Киев. Первое мое обучение это было, когда я поняла, что мне не хватает, что мне мало. Это был 2014 год. Я начала ездить. Потом я начала участвовать в конкурсах. Первый конкурс проходил у нас в Николаеве. Это была битва флористов. Мы взяли первое место в наш магазин. А потом у меня был тоже всеукраинский конкурс флауэр-шоу с телеканалом, который тоже я взяла неожиданно для себя первое место. Вообще, 2014-2015 год получалось так, что все конкурсы, в которых я участвовала, это были первые места. Самый большой такой конкурс это были акценты осени, которые в данный момент тоже проходят в Киеве. В этом году я не попадаю на этот конкурс. А я взяла гран-при. Параллельно я училась, ездила на семинары, как на основные, так и на мэтров, таких как Ригер Лерш. Также у поляков была очень интересная свадебная флористика. Ну, вот таким вот образом мы начали как бы развиваться и пришли вот до того уровня, на котором находимся сейчас мы. Если мы не останавливаемся, в следующем году я планирую вообще идти довольно глубоко, идти на флорист-профессионал, так называемый курс. Там просто намного все глубже идет и намного интереснее. Когда мы знаем, как правильно выставлять цветок, в конце концов, получается очень интересная картинка. Когда я была на семинаре Григора Лерша, это немец, я была поражена тем, что как он математически просто подходит к деланию, ну, к своей работе. Когда он полностью просчитывает работу, куда, как, пропорция, где, как выставить, и в конце концов ты видишь его конечную картинку, это просто поражало. И, конечно, вот к этому стремиться, ну, довольно как бы нелегко. Пропорции – это выставление цветка, это глубина букета, это высота букета. Также правила есть какие, да, вот есть мужская форма, это вытянутая, как правило, форма. И есть свои линии. В мужском букете никогда нельзя делать линию, чтобы она была спадающая. У женская форма, ну, это в основном это круглые букеты, квадратные букеты. Это женская форма, да. Вот там какое-то быть спадение, какая-то линия. Также есть та же самая глубина. Глубина и высота тоже имеют значение. Про квіти Тетяна знає абсолютно все і розповідає доволі цікаві речі. Если мы возьмем монстеру, например, да, почему-то это растение очень хорошо растет, вот парадоксы, это было замечено уже неоднократно, растет там, в тех местах, где больше вот негатива какого-то. Хотя история очень интересна монстеры, да, вот этот монстр, почему пошло такое название. Очень давно, когда были еще завоеватели, тот же самый Колумб, они когда попадали на острова, естественно, были войны, были драки, и раненый солдат, он искал себе какую-нибудь тень. А листья монстеры имеют большой объем, если она дает хорошую тень. И он уложился отдохнуть возле этого растения, под этим растением. И он погибал не из-за того, что его растение съело, нет, там, или вот, а погибал, потому что он был ранен. Но через несколько лет, когда следующие завоеватели приходили, какую они находили картину, лежит скелет, и он, мы знаем, что монстеры очень длинные, идут корни воздушные, и он полностью весь пронизан этими корнями. Естественно, вот пошло вот такое вот понятие о том, что это монстр, потому что это монстр. Хотя
в принципе, довольно безобидно расти. Но действительно, по моим наблюдениям, почему-то растет там, где больше вот какого-то негатива. Вот больницы, да, вот какие-то вот шумные места. Вот там они лучше растут. Даже в семье, в которой идет часто скандалы, они там лучше себя чувствуют, чем там, где более спокойная семья. Флорист – це дуже гарна професія, але і легкою її не назвеш. День ненормований, роботи багато. То, что вот вы видите, там букеты, вот, красиво стоят цветы, это 10% нашей работы. Это просто вот уже верхушка нашей работы. 90% работы – это уборка, это приготовка цветка, выставка цветка, правильно поставить его на воду, правильно его зачистить, правильно оформить. Это все имеет тоже 90% работы, которые не видят. Навіть будівельні матеріали необхідні для роботи. Чем глубже я ухожу в флористику, тем больше понимаю, что мы дружим со строительным магазином. Так что тут нужно быть уметь, в общем, много уметь и пилять, и стругать, и пилить. В общем, много чего мы должны уметь. А у вас есть какой-то свой фирменный почерк, вот свой стиль? Знаете, есть клиенты, которые мне говорят, что они видят мой почерк, мой стиль. Я не знаю, я его как-то не вижу. Я как-то для себя, я просто делаю, стараюсь сделать хорошо и качественно. А вот есть клиенты, говорят, Танечка, мы сразу видим, когда вы делали или не вы делали. Ну, это, не знаю, мне кажется, что у меня все хорошо девочки работают, все хорошо делают. А там я не вижу себя какого-то. Хотя вот так же само на выставках в Киеве, когда я представляю какую-то работу, подходят наши вот девочки, которые также работают флористами, коллеги говорят, ой, Танечка, это ваша работа? Я говорю, моя, откуда узнали? Вот видно. Я не знаю, я не вижу, вот кто-то видит уже мои работы. Тетяна розповідає нам, хто і які квіти обирає. Вона впевнена, що по деяким покупцям можна вгадати, які квіти саме вони хочуть придбати. Та мамам, як правило, дуже часто люблять брати щось велике, щоб якби зробити мамі ось такий ось знак внимания мамі. У нас багато вважають, чим більше буде розмір букета, тим більше якби вони свою душу вложили в цей букет. Ні, немаловажно, коли ви вибираєте для свого рідного, близького чоловіка квіти, і це чувствується потім в цій роботі, в цій букеті, коли ви уділили внимание. Именно вы покупаете, когда вы говорите, что вот маме нравится то-то, то-то и то-то, да, там маме нравится роза, например, розовая, но ни в коем случае там не красная. Кто-то вот любит классику, да, просто розы, кто-то нет, кто-то действительно любит вот что-то миленькое, что-то маленькое, приятное такое вот. А кто-то вот в этом году очень трендово это коробки шляпные, кому-то просто вот эти тренды, ну, коробку вот как-то вот так. Блондинка, да, вот ей только розовые цветы, нет. Не обязательно. Когда мы разведем диалог с клиентом, мы узнаем, конечно, предпочтения, что бы хотелось видеть там. Потому что та же самая вот девочка, да, вот блондиночка, она любит просто ромашки, полевые цветы, да, а вот кто-то, наоборот, любит что-нибудь типа гортензии, более дорогого цветка. Інколи у квітковому магазині з'являються покупці з не зовсім звичайними проханнями. Флориста Тетяну нічим не здивувати. У нас було, наверное, смішне, що коли ми оформляли для тещі веник. Молодий чоловік прийшов, і от він вирішив подарити тещі веник, а большущий потрібно було його оформити. Ну, от ми його оформляли. Трудні моменти були, коли нам буквально за 2 години дзвонять і кажуть, пожалуйста, Тетяна, нам потрібна 1001 роза за 2 години. Зробіть цей букет. Зробили. До речі, наша героїня розповідає, що не варто вірити в так звані квіткові забобони. У нас очень любят белую хризантему, белую, желтую боятся. Возьмем Японию. Япония, наоборот, белая хризантема – это на похоронную процессию. А желтую, наоборот, они любят этот цвет богатства. Желтые тюльпаны, как мы говорим, спела королева о том, что это вестники разлуки, на самом деле, как бы нет. Очень, кстати, последние, наверное, 3 года на 8 марта желтые тюльпаны – это один из самых популярных цветов. На улице дождь или слякоть какая-то, к вам заходит с желтыми цветами. Это опять-таки, как говорю, кусочек солнышка. Приятно, тепло. Сама Тетяна полюбляє абсолютно всі квіти. Муж, как правило, удивляет, опять-таки, покупая что-то вот нестандартное, какую-то экзотику, может быть. А бывает, что просто вот у нас, мы также являемся производителями цветов, мы выращиваем астому, хризантему, герберу, розу, мы это все выращиваем сами. А просто привезти то, что вырастил сам, тоже приятно, скажем так, потому что это было вложено труд моего мужа, тоже немалозначно. Но день рождения у меня зимой,
и он предпочитает, вот самое что интересно, он цветы покупает где-то, не в нашем магазине, он едет в другие магазины, и с девчонками там, как бы мы флористы, я говорю, мы дружим. І робить щось вот совместно інтересне. А от мені було дуже важко обрати квітку, яка підходила особисто мені. Тому я попросила допомоги у Тетяни. Пообщавшись з вами, увидів вас, вот из нашего буйства цветов, вот насколько количество, множество, мне почему-то захотелось вот вам вот такого вот плана презентовать это растение. Почему? Это азалия. Почему? Потому что вот оно такое же яркое, красивое, как вы. Спасибо. Вот самое что интересное, вот весь холод, который любит это растение, можно отдавать ему. Он любит холод. Но вы у нас девушка немножко другая. Вот такая вот теплая, яркая, красивая. Поэтому, как бы вот это вот, мне кажется, оно будет ближе к вам. Спасибо. Вот именно то, что яркость этих цветов и буйство этого цветка, оно дает о себе как бы вот такой вот момент. Наверное, для меня сейчас цветы – это жизнь. Это жизнь, это мое какое-то вот, не знаю, я ж мурашки потела. Это моя работа, я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю, мне нравится это. Наверное, это действительно, вот цветы – это моя жизнь.